17 декабря 1903 года в долине Китти-Хок был совершен первый в мире полет человека на самолете с двигателем внутреннего сгорания. Авторы летательного аппарата стали братья Райн. Впрочем, удача конструкторов нашла не сразу. После первой попытки взлета «Флайер-1» рухнул, но пострадал незначительно. После ремонта братья Райн наконец-то поднялись в воздух, совершив два полета. Первый составил 36,5 метров за 12 секунд. Следующая попытка стала более результативной – 13 секунд и 53 метра. Полет проходил на высоте 3 метров над уровнем земли. 17 декабря 1975 года родилась Мила Йовович, американская актриса русско-черногорского происхождения, музыкант, модель и модельер. Свою карьеру она начала в итальянском журнале, когда ей было всего 11 лет. Уже в 13 Мила впервые снялась в киноленте «Слияние двух лун». В 15 лет она стала обладательницей главной роли в фильме «Возвращение в Голубую лагуну». Будучи известной актрисой, она провалила кастинг в фильме «Пятый элемент», но роль она все-таки получила. Столкнувшись с режиссером, в отеле Мила уговорила Люка Бессона на повторные пробы. Позже она стала его женой. Всего за плечами Милы три брака. Первый и не продлился 2 месяца. Мать 16-летней голливудской звезды добилась аннулирования брака. Сегодня Мила, помимо основной работы, увлеченно занимается джиу-джитсу, готовит борщ, строит кукольные домики с мебелью и посудой. Актриса сама для своих ролей создает костюмы. А еще в копилке актрисы есть 2 музыкальных альбома. В 19 лет Йовович пела в группе «Plastic Has Memory» и даже съездила на гастроли по Европе и США. А на Южном Урале в этот день произошло следующее. 17 декабря – 100 лет со дня рождения Алексея Григорьевича Копнина. Челябинский шахматист, мастер спорта СССР по шахматной композиции, международный арбитр. Возглавлял комиссию по шахматной композиции в Челябинской областной шахматной федерации. Организовывал областные конкурсы по составлению и решению задач и этюдов. Участвовал во многих командных первенствах РСФСР, СССР, международных. В 1990 году главный судья первого международного фестиваля шахматных композиций «Уральские сказы» в Челябинске. За участие в соревнованиях удостоен 125 призов. Внес значительный вклад в победы СССР на многих международных шахматных соревнованиях.